Моему сыну 3,11 месяцев, но через месяц будет 3 года. 2 месяца назад нам поставили диагноз ЗПРР с аутистическими чертами. Я не буду описывать мое состояние в целом, вот как родители проходят это. Что было уже для меня, я вот эти 2 месяца занималась больше собой, скорее всего. Мы работали, вот мы работаем с Давидом 6 сеансов, это с 13 марта. И сегодня хочу поделиться с результатами нашей работы. Благодаря Давиду и моему Всевышнему Аллаху, что я сейчас, для меня это было утро сложное самое. Я просыпалась таким страхом, с тревогой. И было страшно наступлению нового дня, что признавание того, что твой ребенок такой особенный. У меня болело всегда в области сердца, это левая рука немела. То есть я вот была в таком сама в ужасе больше. Давиду было немного, наверное, тяжело поработать, ну, работать со мной, вытащить, но он аргументировал, сказал, работал, мы дышали с ним, отправлял разные мотивационные, разгрузочные видеоматериалы, аудиоматериалы, где, в принципе, человеку легче освободиться, простить, исцеляться, то есть разные методы. И вот, после 6-го сеанса меня немного отпустило. Во время того сеанса, когда я дышу, по крайней мере, в конце у меня уже вот эта боль проходит. Много чего таких маленьких. Я даже 5 сеансов это не замечала. Думала, что... То есть так была загружена с проблемой, что сама не чувствовала результата. Я вам скажу, есть результаты. Мой сын стал играться с детьми. Он поигрался с племянником в мячик. То есть это была инициативная игра, где он подошел с мячиком, и они играли в футбол. Ни одного возраста, ровесники. Это для меня было радостью. Он всегда проявлял агрессию еще, когда...